На помощь коммунальщикам приходят муниципальные служащие. Так, сегодня на улице Амелькова высадился настоящий трудовой десант. Сотрудники централизованной бухгалтерии городской администрации собирали опавшую листву и мусор вдоль дороги и на пешеходных зонах. Каждую пятницу мы ходим убирать. Чистим свой город. Любим свой город. Приглашаем всех желающих нам помочь в этом деле. За 2 часа специалисты очистили более 600 квадратных метров территории. Собранная листва была упакована в полиэтиленовые мешки, которые позже вывезли коммунальные службы города. В осенний период уборка листвы требуется регулярно. Субботники проводят не только муниципальные служащие, но также общественные объединения и студенты. Впрочем, внести свой вклад в общее дело может каждый.